Синоптики посоветовали жителям региона как следует подготовиться к предстоящей зиме. На этот раз она будет не самой теплой. Ожидаются и крепкие морозы, и снег, и порывистый ветер. Первые месяцы осени это уже показали. Термометры местами опускались до минус 25, это в октябре. Впрочем, настоящая зима наступила не только на русском севере. Снег лежит на Дальнем Востоке, Якутии и Сибири. Вообще мороз в наш регион в этом году пришел раньше обычного. Специалисты объясняют, настало время смены циклов холода и тепла. Последние 30 лет по всей планете температура постепенно повышалась. Настало время немного остыть. Главная особенность этой зимы – резкая смена погодных режимов. От стужи до оттепели. Но все же морозных дней будет значительно больше. Но это не аномалия. Просто, как напоминают синоптики, многие уже забыли, что значит настоящая заполярная зима. Кстати, по крайней мере, на этой неделе закутываться в теплую одежду жителям Нау не придется. В регионе установилась благоприятная погода, столбики термометров будут колебаться от минус 5 до минус 17. Ну разве для нас это холод?